Также оставляю за собой право, предоставленное законом, при дальнейшем нарушении закона судьей заявлять отводы по количеству нарушений, то есть вплоть до неограниченного количества, равному количеству нарушений действующего законодательства судьей. Суд дает совещательную комнату для рассмотрения заявления об отводе. Для рассмотрения заявления об отводе судья удаляется совещательную комнату. Судебное заседание объявляется открытым, рассмотрению подлежит административное дело по административному иску Куприянова Дениса Владимировича к судебному приставу по обеспечению автономного порядка деятельности судов Тагилстроевского районного отделения судебных приставов города Нижний Тагил, ГКУСП Свердловской области. Жмаеву Павлу Евгеньевичу. Прошу секретаря судебного заседания доложить о явке настоящего судебного заседания. Судебное заседание явилось административный истец. Административные ответчики не явились, извещали судом надлежащим образом. Административный истец, девяти документов, документы, удостоверяющие личность. Документ только могу предоставить из рук из своих. Силу законодательства. Да, у административного истца отвода будут судей, секретарю. Да, у меня отвод суду, поскольку судья, не предоставив свои полномочия на требование от меня ношения какой-то одежды на лице, требовала носить какой-то предмет на лице. Поэтому считаю суд предвзят истцу, заявляю отвод суду. Только это основание вы считаете основанием для отвода? Других оснований не другие заявляете? Другие пока не имеются, но есть отвод еще, конечно же, по другим основаниям. Пожалуйста, у вас имеется сейчас право заявить. Право воспользоваться пока не буду. Суд удаляет совещательную комнату для рассмотрения заявления об отводе. Документ об отводе по иным основаниям. Очень много оснований. Суд обязан исследовать каждый документ. Вам заявлен отвод. Он мотивирован письменно. Пожалуйста, административному суду предоставляется возможность согласить заявление об отводе. Отказываюсь от такой возможности. Судья должен исследовать и озвучивать документы в полном объеме. Ваш статус не косят. Вас отвод. Рассмотрите, пожалуйста. Согласно Вандаловскому принципу поведения судьи, объективность судьи является обязательным условием, надлежащим исполнением своих обязанностей. Она проявляется не только в содержании выносимого решения, но и во всех процессуальных действиях, сопровождающих его принятие. Почему без маски? Также оставляю за собой право, предоставленное мне законом, при дальнейшем нарушении закона судьей заявлять отводы по количеству нарушений, то есть вплоть до неограниченного количества, равному количеству нарушений действующего законодательства судьей, если таковые будут наличествовать. Ввиду изложенного выше, не желаю, чтобы в дальнейшем дело рассматривал судья Тагилстроевского суда Вахрушева. На основании изложенного заявляю отвод судьи Тагилстроевского суда Вахрушева от дальнейшего рассмотрения дела номер 2-1649-2021. Для рассмотрения заявления об отводе судья удаляется в совещательную комнату. Нет. Что вам непонятно в ваших правах? Все непонятно. Что именно вам непонятно в ваших правах? Ну, все непонятно. У вас имеется право обратиться к юридической помощи, если вы не понимаете разъясненные судом, вам ваши процессуальные права. Ну, у меня отвод на данной стадии по новым основаниям. По каким новым основаниям? Считаю, что так называемая судья не может участвовать в деле, поскольку не предоставила подтверждение полномочий, это раз. Второе, так называемая судья должна
исполнять те законы, на которые нас ссылаются. До сей минуты участникам процесса было предъявлено требование о надевании маски на свое лицо. В то же время судья при чтении документа отодвигала собственную медицинскую маску от своего лица, тем самым обнуляя ее присутствие на своем лице, подвергая участников процесса опасности и не соблюдая действующие законодательства. Кроме того, на указ губернатора, который ссылалась судья, указано в нем, что все должностные лица должны находиться в перчатках. Это требование судья также не соблюдает. Есть сомнения в том, что судья не соблюдает действующее законодательство, а обязывает соблюдать других. То есть в этом усматривается прямая предвзятость другим участникам, поскольку судья не выполняет то, что требует от других. И почему без маски? А вы? На этом основании заявляю отвод судьи Вахрушевой от рассмотрения дела. Вам известно, что ношение масок в действующем законодательстве... Стоп, что? Да кто вам такое сказал, что вопрос не задают? Вопросы задает только тот, кто имеет их право задавать. Кто вам такое сказал? Норму права назовите, пожалуйста. Судопроизводство не предусмотрено право... Но и не запрещено. У вас имеется право заявлять возражение на действие председательства? Я заявил отвод. Я знаю свое право заявлять возражение на действующее председательство. Я заявил отвод по данным основаниям. Мы же не тупые на Урале. Мы секем. Поскольку является... прямая связь предвзятости к участникам процесса. Для рассмотрения заявления об отходе судья удаляется с отчетного помещения. Да, заявление об отводе, поскольку все мои ходатайства вышеупомянутые были отказаны судом, считаю предвзятость налицо участнику процесса, заявляю отвод на этом основании. Да, пи***да. На правовом основании предвзятости к административному истцу. В связи с тем, что было отказано в удовлетворении заявки. В связи с тем, что было отказано в рассмотрении дела всесторонне и правильно. Все мои ходатайства были направлены на правильное и всестороннее рассмотрение дела. Судья не хочет правильно и всесторонне рассматривать дело. Заявляю отвод. Thank you.